1 октября прошлого года в подъезде одного из домов по улице Ленина в поселке Липкиново-Ульяновска 20-летний местный житель напал на своего знакомого. Поводом послужило оскорбление его любимой футбольной команды. Возникла ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень достал нож. 2023 года в ходе ссоры с потерпевшим нанес последнему один удар ножом в область голени, отчего у последнего произошло кровотечение, была перебита артерия, и он впоследствии скончался от обильной кровопотери. Все это видел знакомый участников конфликта, который вместе с ними выпивал. Показания свидетелей и самого убийцы, а также заключение экспертиз и другие исследования стали доказательствами виновности подсудимого. Майором Ульяновского районного суда Загитов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России. Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с решением суда, обвиняемый подал апелляционную жалобу, но по итогам повторного рассмотрения приговор остался без изменений и вступил в законную силу. Также с осужденного в пользу матери погибшего определено взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.